Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудили в четверг во время телефонного разговора президента России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает пресс-служба Кремля. Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин, говорится в сообщении. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы совместного российского-турецкого центра по контролю за прекращением огня, отмечается в сообщении. В ходе разговора с обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов – осуществление крупных совместных проектов в энергетике. Согласно сообщению, Путин выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики. Условлено о дальнейших контактах, говорится в сообщении.